В прямом эфире на телеканале Татарстан 24 программа ЖКС. Жилищно-коммунальные советы. Советы по строительству, ремонту и сфере ЖКХ. С вами Гульнас Миниханова. Здравствуйте. Тема нашей программы – проблемы в управлении советов многоквартирного дома. Не секрет, что собраться всем домом, и чтобы решить насущные какие-то вопросы дома, очень тяжело, и многие даже не знают своих соседей. А как быть в этом случае, мы сегодня поговорим в программе. Присоединяйтесь к нашей беседе, звоните по телефону 8 800 532 55, это телефон для жителей нашей республики, и 511 99 66 для города Казань. У нас в гостях Дмитрий Сергеевич Романов, исполнительный директор регионального центра ЖКХ контроля. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы часто говорили о совете многоквартирного дома и как вообще его создать. Расскажите, пожалуйста, как сейчас у нас в республике, в Татарстане, организована работа по советам многоквартирного дома? Ну, давайте сначала напомним, что такое совет МКД, и затем уже как это выстроена работа. Ну, совет многоквартирного дома – это так называемый старший по домам, как раньше были. То есть бывали старшие по подъезду, то есть это активный собственник, который проживал в доме, к которому можно обратиться по тому или иному вопросу, потому что он взаимодействует напрямую с управляющей компанией. Обычно это люди, конечно, преклонного возраста, но и молодежь сегодня тоже проявляет активность в решении данных вопросов. То есть это тот человек, который действительно несет бремя ответственности за многоквартирный дом и осуществляет эту деятельность на безвозмездной основе. Сейчас речь идет о председателе Совета МКД. А в Совет МКД кто там еще входит? В совет многоквартирного дома может входить неограниченное количество человек, потому что этих людей все равно будет мало. Именно те, кто будут отвечать за, допустим, кто-то за клумбы, кто-то за текущий ремонт, кто-то за капитальный ремонт, следить за благоустройством придомовой территории, то есть в части обслуживания и так далее. У нас насколько в республике вообще развиты советы МКД и насколько они правильно работают и работают ли? По жилищному кодексу есть 161 и 1 статья ЖК РФ, в которой прописано, что совет многоквартирного дома может быть создан только в тех домах, где управляет управляющая компания. На сегодняшний день создано порядка 400 управляющих компаний в Республике Татарстан, которые управляют около 12 тысяч многоквартирных домов. То есть порядка. И вот именно в этих управляющих компаниях и в этих домах должны быть созданы советы многоквартирных домов. Хорошо. А если, например, дом управляет ТСЖ, но ТСЖ управляет еще несколькими домами? ТСЖ управлять несколькими домами не имеет права на территории Республики Татарстан. То есть все, каждый ТСЖ – это один председатель и один дом. То есть большим количеством управлять ТСЖ права не имеет. То есть она будет нарушать законодательство. У нас в 2015 году уже все ТСЖ, которые были крупными, они либо стали управляющими компаниями, получили лицензию, либо каждый самостоятельно начал управлять своим многоквартирным домом как ТСЖ. Теперь возвращаясь к теме совета МКД, я бы хотела не многоквартирный дом говорить, да, а совет МКД немножко полегче. Как его создать и можно ли вообще, в принципе, если у нас столько управляющих компаний, значит, у нас столько советов МКД есть, правильно? На каждый дом у нас на 12 тысяч, получается, советов МКД есть. А как узнать, может быть, есть он у меня, кто у меня там председатель, а может, я хочу туда войти, в этот совет МКД? Как он вообще, в принципе, создается? Ну, теоретически может войти туда каждый, кто является собственником многоквартирного дома. По решению общего собрания собственника должно быть 51% голосов. И на основании решения общего собрания выбирается председатель или члены совета дома, которые по закону должны осуществлять всю необходимую деятельность, которую подразумевает закон. А это именно предложение договоров на заключение с управляющими компаниями, потому что у каждого человека, собственника или у дома должен быть договор. Потом вопрос касаемо поднятия вопроса о реализации капитального ремонта в его организации, текущий ремонт, потом другие виды работ, которые нужно проводить в квартирном доме, вопросы, связанные, кто от лица, от всего дома уполномочен на какие-то действия в суде, то есть вдруг какие-то проблемы возникли, кто по решению общего собрания можно наделить потребителя именно по данным решениям вопросов. Также надо отметить важный вопрос, это связанный с общедомовым имуществом. То есть самая основная проблема – это не только сегодня вопрос, связанный с отоплением, но и вопрос с общедомовым имуществом. То есть когда управляющая компания сегодня может или ТСЖ, допустим, незаконно
ну, вопросы с общедомовым имуществом, размещение, допустим, рекламы на в лифтах, на фасаде дома. А это все общее домовое имущество, все должно быть согласовано. Также вопросы видеокамер актуальны. То есть все, что касаемо 36 статьи ЖК РФ, это важно, нужно понимать, что именно в компетенции ее все, что связано с общедомовым имуществом, должно быть решено на общем собрании собственников. И это должно быть уже 67% голосов, то есть 2/3 собственников проголосовавших на собрании. А вот теперь у меня в связи с этим есть вопрос. Просто в понедельник, во вторник буквально звонили жители из города Казани мне. У меня есть два вопроса от жителей как раз по совету МКД. Одна девушка пишет, у нас активизировал деятельность совета МКД, и в подъезде вывесили права и обязанности совета. Там значится, что принятые решения совета должны исполняться всеми собственниками. Скажите, насколько это правомерно, и они хотят консьержку. Хотят посадить ее и обязать всех за нее платить. Мне это совершенно неинтересно и не нужно. Они хотят ограничить круг интернет-провайдеров, которые допускаются в дом для обеспечения связи. Значит, теперь я не смогу выбирать свободно тех, кто ко мне подходит. И вообще там для меня много чего не устраивает, что выполняет вообще в принципе сайт МКД. Как ей быть в этой ситуации? Она на самом деле хочет одного интернет-провайдера, но почему-то сайт МКД хочет это ограничить и допустить только определенных лиц. Ну, во-первых, вот что касаемо консьержки, да, то есть любое появление в счет-фактуре, это же получается во второй половине счет-фактуры появится консьерж, за который они будут оплачивать ежемесячно какую-то определенную сумму. Каждое действие или каждое появление с какой-то строчки, оно должно подразумевать собой протокол общего решения собрания собственников жилья, потому что просто так ничего появиться не может. Да, совет квартирного дома решил. Но пока собрание не будет им организовано, и пока не будет принято решение 51% голосов о том, что у них должен быть консьерж, и должны быть оплачены опять дополнительные какие-то средства, только тогда, когда все согласятся, тогда это будет работать. То есть, получается, она сейчас вошла в 49%, которые против консьержа. Но так как 51% проголосовала, может быть, даже и более, я просто не знаю, она должна оплачивать теперь услуги консьержа. Если законодательство нам трактует, что у нас никогда не будет того, что все договорятся, что всех все устраивает на квартирном доме, поэтому у нас есть собрание собственников. Понятно, что на очные никто не приходит, там 5-6 человек придет, потому что, во-первых, часть людей работают, а часть людей работают и хотят прийти, но не могут, а другие просто безинициативны и инертны по тем или иным вопросам. Поэтому, когда все же их волнует, почему это появилось, нужно обращаться в управляющую компанию. Есть 731 постановление о раскрытии информации. Можно попросить в письменном виде. Кстати, отмечу, что нужно всегда все просить в письменном виде. Любой вопрос. Потому что те доводы, которые обычно приходят, вот мне кто-то сказал, что так будет, я вот обычно в эти слова не верю. Можно все что угодно придумать, все что угодно профантазировать, и никаких последствий по словам мы не докажем. То есть всегда должно быть чему-то обоснование. У меня есть еще один вопрос. Вот говорит одна женщина, что как будто бы провели собрание в ее доме, но она не слышала об этом собрании, повестки, там ничего не висело нигде, ни в подъезде. Было решено, что в совет дома может быть избрано лицо, не являющееся собственником, но имеющее регистрацию в доме. И человек выразил желание управлять и выполнять функции члена совета на квартирного дома. Она спрашивает, правильно ли это вообще, если он не собственник? Нет, может быть только человек, который является собственником многоквартирного дома. Одно дело, что если, допустим, человек прописан и хочет провести, допустим, собрание, но не является собственником, тогда собственник делегирует ему по доверенности как бы свои права, тот уже на основании этих прав имеет полное право заниматься организационными вопросами собрания. Такая практика сегодня есть. Она работает, она не противоречит законодательству, то есть это все вправе. Но все же основную функцию должен осуществлять собственник дома, то есть собственник многоквартирного дома, который именно проживает в квартире. То есть все действия и решения только должны быть с его подачи. Какие вопросы решает совет многоквартирного дома? На каком этапе нам необходим совет МКД? И, например, я являюсь собственником квартиры, не вхожу в совет МКД, и на каком этапе он вдруг мне может понадобиться? Ну, во-первых, он нужен всегда. У нас механизм действия какой? Когда какая-то проблема возникает, все сразу начинают писать в вышестоящие инстанции, не вникнув в проблему. Ведь, может, проблему можно решить на уровне многоквартирного дома, написав и найти сначала председателя совета дома, а он указан в счет-фактуре,
У нас сегодня у всех единый счет фактуры, но все же внизу у каждого дома есть председатель совета дома и его контакты, куда можно обратиться. Но если даже нет контактов, то этого человека обычно все знают в доме. Угу. Если этого человека нет, ну понятно, то все равно мы идем поэтапно, начиная с управляющей компании. Потом уже, понятно, жилищная инспекция, Роспотребнадзор, а если уже ничего не происходит, то суд, прокуратура. Вот. Но, опять же, совет многоквартирного дома нам нужен в тот момент все же, когда необходимы какие-то виды работ. Дом старый, программа капремонта уже как бы подходит, но дом уже, канализационная система уже не в порядке, то есть нужно сподвигнуть его с программы капремонта, которая на долгосрочной программе, mm-hmm. на краткосрочную. То есть такая практика есть, когда совет многоквартирного дома проводит собрание, собирает этот актив, запрашивает у фонда капремонта, сколько денег собрано, ну или у управляющей компании уже в целом даст эти данные. Или можно посмотреть на сайте реформы ЖКХ, мониторинг жилищного фонда, какие виды работ. Потому что есть необходимость в том, что те старые дома, которые сегодня есть, они mm-hmm. уже по сроку подходят, чтобы быстрее провести ремонт. И в приоритете какие виды работ должны быть согласованы на общем собрании собственников. Ведь управляющая компания при организации, что она делает? Она же капремонт, она же должна сначала за год проектно-сметную документацию собрать, угу. какие виды работ на следующую краткосрочную программу необходимо провести, угу. сколько денег собрано, то есть какие виды работ, слушать мнение людей. Понятно, что все коммуникации, но может быть в приоритете некоторым поставить узел погодного регулирования, чтобы экономить тепло. А это самая злободневная проблема, которая сегодня есть, вопрос перетопа. Единственное решение – это только составить узел погодного регулирования за счет либо собственных средств, либо средств капитального ремонта. Ну, кому-то в приоритете сделать все же крышу, потому что сейчас снег тает и все затекает. Дмитрий Сергеевич, у нас есть вопрос от зрителя. Алло, здравствуйте. Алло. Да, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый день. Алло. Да, говорите, говорите, вы в эфире. Вы меня слушаете, да? Да. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич, я у вас, конечно, 100 раз была. Я с 12 года председатель совета дома. Но меня никто не признает, уютный дом меня вообще не признает. Счет фактуры меня вообще нету. Сейчас последний вопрос у меня. Мне надо собрание собирать. Внутри дома мне надо решить вопросы кое-какие. Мне уютный дом не дает реестр жильцов. Потому что по новому закону в протоколе должно быть номера документов на право собственности. У меня нет этого документа, это самое. Я не могу собрать собрание. Я подала заявление, 20 марта я должна была собирать собрание. Но мне говорят, повестку надо, и это надо, и это надо. Повестка у меня внутри дома. Никакого отношения уютному дому не имеет. Уютный дом со мной вообще не хочет работать, потому что я очень много требую с уютного дома. В общем, вот у меня какие вопросы. Почему уютный дом со мной не хочет работать? И вот эти вот реестры не хочет давать. Мне собрание собирать срочно? У меня вопросов по дому очень много. Принято. Я не могу собирать. Принято. Спасибо большое за звонок. Да, действительно, вот заявитель, с которым мы сейчас разговаривали, которого слушали, в рамках работы совета многоквартирного дома очень большая работа проделана. Но есть трудности действительно сегодня. Сегодня, даже не сегодня, а 31 декабря 2017 года был федеральный закон номер 485, в котором было прописано, что когда собственник квартиры хочет провести собрание, ну или собственник живого или неживого, mm-hmm. он обращается в управляющую компанию, mm-hmm. она в течение 5 дней должна предоставить реестр собственников. То есть она обязана его вести, он должен быть актуальным, в котором должно быть указано фамилия, имя, отчество собственника, право mm-hmm. доли в общей собственности, ОГРН и собственники неживого помещения, сколько площади он занимает и mm-hmm. что за юрлицо. То есть если в доме есть магазины, собственников и неживых помещений мы тоже приглашаем, кто является собственником. То есть вот ей не дают. Вот УК «Уютный дом» не дает ей реестр. Ну, что делать? Здесь в любом случае как бы несоблюдение законодательства является. То есть понятно, что в рамках общественного контроля очень сложно будет воздействовать именно на управляющую компанию, но в рамках исполнения законодательства можно обратиться в жилищную инспекцию, сослаться на закон о том, что эта информация не предоставлялась. Хотя по закону, в законе прописано, что она должна соблюдаться.
Во-первых, в законе написано, что о том, что собственник любой может обратиться. Любой собственник. А здесь она председатель совета многоквартирного дома, тем более. Но она является собственником, при том в приоритете и по закону управляющая компания взаимодействует с советом домом, то активность и как бы работа в доме очень хорошо осуществляется. Ведь есть у нас дома, в которых и цветы стоят во дворе, в этом, как его, подъездах, в подъездах, да. И чисто, все аккуратно, почтовые ящики. Есть даже буккроссинги, которые находятся, книжные, на территориях и дворов, и подъездов, где можно взять книжку, другую положить, почитать. Есть это все работает. Просто должно быть желание, раз у нас все же... Хорошо, желание у совета многоквартирного дома есть, у управляющей компании этого желания нет. Мы сейчас не говорим об уютном доме, в принципе, может быть, о любой другой управляющей организации. Каким образом выстроить, и вообще, как должны быть выстроены взаимоотношения, чтобы управляющая организация воспринимала председателя совета многоквартирного дома? Во-первых, все же управляющая компания, и вообще в целом управляющие организации все, то есть ТСЖ, ЖСК, они работают и должны работать открыто с населением. Если они работают открыто с населением, взаимодействуют, производят разъяснительную работу, проводят собрания, то вопросов нету. То есть как бы все прозрачно и все понятно. На сегодняшний день жилищные услуги, коммунальные услуги в платежке, они уже прозрачны и понятны для потребителя. Как бы система ЕРЦ позволила как бы понять, что потребители напрямую оплачивают и за коммуналку, жилищку оплачивают, управляющую компанию. То есть это все это как бы с этой стороны прозрачно. Другое дело, если управляющая компания работает, обращений нет. Я вот по статистике говорю, вот обращение граждан, которое существует. То есть, допустим, если управляющая компания не взаимодействует тогда и не дает каких-то конкретных ответов, тогда возникают все эти проблемы и напряженность населения. То есть... Вопрос. Зрительница еще на один момент сказала о том, что управляющая компания спрашивает с нее повестку собрания. Должна ли знать управляющая компания о повестке на... Ну, по какому вопросу собираются собственники дома? Ну, тут получается как? То есть человек просит собственник реестр собственников, но он не, при том не приглашает управляющую компанию. В протоколе все равно должна быть приглашена управляющая компания. Чтобы вот реестр, если она дает, то значит управляющую компанию тоже необходимо пригласить. А здесь это получается собрание внутридомовое. То есть если собрание внутридомовое, то значит и... Ну, так получается, что собственник должен просто самостоятельно за счет своих средств найти реестр собственников через ЕГРН, там человека 4 рубля или может больше уже, и самостоятельно провести собрание. То есть, если отношения управляющего и собственника такие, то если самостоятельно, то уже самостоятельно. Мне бы, конечно, не хотелось, прям, как бы, чтобы моя фраза была призывом к действию, да, но в любом случае зрителям можно порекомендовать, если их не устраивает, сменить вообще, в принципе, форму управления на квартирном доме. Можно сменить либо управляющую компанию, либо как бы, переделать в ТСЖ. У нас есть совсем немного времени, может, мы успеем принять звонок. Алло, здравствуйте. Говорите. Алло. Да. Алло. Алло, это опять я, извините, пожалуйста, Елиза Мухаметовна, сейчас только я звонила, Сергей Дмитриевич. Вы говорите, вот, во-первых, я по этому поводу, по реестру, самое обращалась к Крайнову, никаких результатов нету, во-первых. Во-вторых, вот вы говорите, счет фактуры все прозрачно. На самом деле она-то все прозрачно стала, вообще там никаких цифр нет, все скрыто. Раньше расшифровка была вот тарифов и нормативов. Я прошу прощения. А сейчас она исчезла. Вообще считать невозможно. Я поняла вас. А вот я прошу прощения. Мои цифры, и она меняется каждый месяц. Спасибо вам большое. У меня к вам просьба. Перезвоните, пожалуйста. У нас просто сейчас время истекает эфирное. Вы перезвоните, пожалуйста, еще раз и оставьте свой контактный телефон, чтобы мы с вами связались и уже подробно обсудили ваши вопросы. Остается мало времени. Я думаю, у вас есть что сказать нашим телезрительницам. Да, действительно, Гульнас, хотел бы поздравить вас с 8 марта. Телезрительность телеканала «Татарстан-24» поздравить тоже с праздником. Пожелать, чтобы вы были всегда такими красивыми и счастливыми. С праздником. Это была программа ЖКС. Мы с вами встретимся ровно через неделю. До свидания.